деревню Марцинкотис. Это недалеко от Дружский Минкайт. Недалеко от этой деревни также есть парк, если я не ошибаюсь. Это парк, где есть болота, в которых растет клюква. Я ни разу в жизни не видел, как это происходит, как она растет. Вот как раз и посмотрим с вами. Если позволит погода, мы полетаем на дроне. Я вам покажу, как это выглядит снаружи. Точнее, как это выглядит сверху. В общем, наша поездка не без приключений. Приключения уже начались. Буквально в 20 километрах перед домом Ремедиуса дорога, единственная дорога, которая туда вела, нормальная, была перекрыта полицейскими. Лентой полностью перекрыли дорогу с двух сторон. Я у полицейских спросил, надолго ли это. Они сказали, на 10 часов, то есть до 10 вечера это будет закрыто. В общем, они мне долго-долго объясняли, как ехать. В итоге я по карте сейчас тут нашел объезд. Большой крюк сейчас сделаем, но мы так и доедем. В общем, приключения начинаются. Вот мы и приехали в Марцинконис. По словам Ремутиса, здесь живет порядка 500 человек. Если верить Википедии, в 2011 году здесь жило 640 человек. Что я могу сказать? Количество не значит качество. Погнали! Ремутис для нас разогрел печь. Домик очень приятный. Ночлег удался. А главное, есть еще и баня. Речка? Клюква? Клюква. Посмотрим, найдем там и клюкву. А что, она прям, она даже сейчас там растет? Ну, то, что она еще не, если не собрать. А, прикольно. Сейчас увидишь, Лука. Увидим. Ой, какая красивая уточка. Пыркай, Лукош. Единорожка. Что у нас дальше? Гриб? Так животными же. Гриб. А я? А я буду... на кого я похож? Лер, на кого я похож? На белого медведя. Ну, белый медведь, окей. Певец. За ней же надо побегать, понимаешь? И она для этого ее только и берет, чтобы у него подбирали. Дай, дай, Рада. Да сюда, сюда дай. Ну-ка, стой. Сюда. Кидай. Кидай, кидай, кидай. Все, взяла. Ищи, Рада, ищи. Что-то хрустнуло? Мия, что ли, хрустнула? О! 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 Ура! Потом мы посмотрим, как он будет ломать на дерево. Сейчас я тут бахну. Вон то. Вон то, вон то. Ого! Со всеми корнями. Вижу, вижу. Грибочки. Какими грибочками? Да-да-да. Но возраст ее нисколько не лечит. Давай, Лукоша, бросай. Рада. Смотри. Рада. Все, сейчас забежит куда-нибудь. Давай, давай, давай сюда. Из такой все серьезной рожей такой бегает. Рада. Правда, медведи не курят, но ничего. Да-да-да. Курить вредно. Бросай. Вот.
в историю. Не в историю. История как семья Винатоса превратится в гриппу животных. Кто-то про меня может сказать, что я и так животное. Отчасти. Осел или олень? Не знаю. Ну что-то благородное. Сейчас немножко прогуляемся, Лукоша, и обязательно покушаем. Мы будем кушать на болоте. На болоте будем кушать. Вода вообще восторг. Да-да-да, ее прет. Иду, малыш. Идем. Я с тобой. Прикольная, да, дорожка? Да. Ну вот, мы подходим к болоту Чипкяли. Это строгий природный резерват, заповедник. По данным Википедии, посещают Чипкялей от 2 до 3 тысяч человек в год. По территории им разрешается перемещаться только вдоль специально расположенных маршрутов. Свободный доступ на территорию получают научные исследователи, а также на 10 дней период сбора клюквы местные жители. Из включенных в Красную книгу Литвы таксонов на территории заповедной зоны отмечено 55 видов растений, 10 видов мхов и грибов, а также 94 вида животных. 65 из встречающихся здесь и содержатся в директиве по местообитаниям, составленной в 1992 году, регулирующей охрану видов на европейском уровне. Я тоже хочу. Если ты будешь тонуть, я тебя буду спасать. Ну а что тут я могу сказать? Чужой пример заразителен. И после Ремутиса я тоже прошелся по болоту. И было очень интересно. Ковер мха очень мягкий, такой бархатистый, что хочется в него прям прыгнуть. Нифига себе. Да. Убегаем. Пока он выбирается из болота. Не, эту я уже знаю. Я тут пойду. Я в фильмах про войну так видел. Люди так поступают. Нога в ногу идут. Ну давай. Кстати говоря, вход в заповедник, он платный. Ремутис нам для этого купил специальные билетики. Он, как местный абориген, может ходить без билетиков, а мы пошли с билетиками. Скользко. Чё, Рада, нравится, да? Запрыгивай. Площадь заповедника 112 километров квадратных. Дата основания 1975 год. Ехать на машине из Вильнюса до Марцинкониса примерно 1.5 часа, если не торопиться. Чипкяли находится не очень далеко от села Марцинконис, всего в 4 километрах ходьбы. Всем рекомендую дойти, не пожалеете. А там елочка растет красивая. А вы знаете, сколько этим елочкам лет? О, я правда, я вижу клюкву. Да. Мия. Она уже такая сдохшая. Перемороженная, по-моему, не? А здесь я впервые увидел, как растет клюква. Красиво, вкусно. В дикой природе она оказалась намного вкуснее. Может быть, она немножко была подмороженная, но вкус был необыкновенный. Ее тут много. Здесь наступил момент, где мы решили запускать дрон. Погода, конечно, нам как могла мешала, сопротивлялась, но мы его таки запустили. Дальше уже, походу, какие-то пограничные фокусы не дали ему далеко улететь. Мы кое-как его посадили, мокрый. В общем, все благополучно. Отряхнули дрон, положили в сумку и отправились домой.
Вернувшись домой, мы сходили в баньку, а на следующий день мы отправились на озеро, а после в церковь. Но это уже в следующей серии, про второй день в Марцинконис. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь ссылками. Спасибо, что смотрите. Хорошего дня!